Друзья, всем добра. Вот такая небольшая выставка ножей по наличию. А пока подпишитесь на наш канал, налейте чайку, и все по порядку. Расскажу, покажу такие замечательные ножи. Друзья, и начнем из 110-й ковной нержавейки. Вот такой замечательный первый нож. Ручка G10. Эргономичная рукоять. Очень удобен. Хват обалденный. Подрез будете делать, сатинчик. Подвод 0.3-0.4. Прямые спуски. Замечательный резак. Первый нож из 110-й. Делайте скрин. Пишите. Эти ножи все в наличии. Второй нож. Такая акула. Тоже ручка G10. Темнячное отверстие. Сатинчик. Очень удобно. Большим пальцем упор. Ну, замечательные ходовые лошадки. Рабочие ножи. И третий нож из 110-й. Вот такой замечательный. Тоже очень удобен в руке. Эргономичная рукоять. На природу, на охоту. На рыбалочку. Куда угодно. Сатинчик. Заказывайте. Обязательно делайте скрин. Три ножа из 110-й ковной нержавейки. Ножи огонь. Цена этих ножей будет 7200 рублей с доставкой. Друзья, и дальше 110-я. Такая тяпочка. Супер тяпка. Очень удобно. В руке лежит. Даже если вы рубанете, защита не вылетит. Очень удобно. Упорчик задний. Твердость у этой тяпочки 59-60 единиц. Рубит все. Мясо, кости. Первый раз надо будет протереть, а так она не ржавеет. Даже по голку упадете, ей ничего не будет. Очень замечательная, ухватистая, рабочая лошадка. Стоимость этой тяпочки 7600 рублей. Вот такой замечательный рабочий тесачочек. Будьте довольны в любом случае. Второй у нас тяпка-топорик. Это сербский. Его называют рабочий нож. Шинковать удобно все в сковородочку. Ручка тоже у нас текстолит. Это специально травнение сделано, чтобы меньше к нему прилипало. Толщина 2,3 бобухи, 2,4. Твердость 62 единицы по Роквеллу. Очень долго направку держит. Обалденный резак. Заказывайте. Стоимость этой тяпочки будет 8200 рублей с нашей доставкой. Вот такой чехол к нему будет. На природу, на шлычки. И сейчас идем далее. Вот такой замечательный коллекционный ножичек. Смотрите, какая красота. Из стали Elmax. Твердость 61 единица. Не ржавеет. В акриле. Смотрите, какая подгоночка. File Word. Для заказа WhatsApp. Пишите мозаичный пин. Рабочий коллекционный резачок. Заказывайте. Обалденный. По цене пишите на WhatsApp. Телефон в описании. Еще раз, подгонка здесь в идеал. Акрил, мельхиор. Пишите, заказывайте. Друзья, и вот такой нож лис. Ножны растишка. Такая красота. Такой нож из К340. Да, за ним нужен уход. Протирайте. Файлвордик. Смотрите, какая красота. Подгоночка. Мамонт вставки. Айронвуд. Карелка стабилизированная. Такой мозаичный пин. Ручка очень удобная. На подарок себе любимому. Заказывайте. Пишите обязательно в WhatsApp. Делайте скрин ножа. Вот такой обалденный нож. Thank you.
Далее. Смотрите, какие ножны. Нож из стали CPM-125V. 65 единиц твердости, не ржавеет. Замечательный рабочий нож. Мамонт, Мукумеганы. Все эксклюзивное. Подгоночка в единственном исполнении этот нож. Заказывайте, пишите на WhatsApp. Вот такая замечательная модель. Четвертый нож. CPM-125V. Вот такой малыш. Ничего лишнего. Кап клена. Мамонт. Низельбер. Ножны растишка. Третий нож. Заказывайте. И четвертый нож. Такая моделька. Заказывайте, делайте скрин ножа. Всем добра и хороших выходных. Сегодня у нас суббота. Всем пока-пока.